Ну как у него все тут? Все сломал. Раз, я разломал все. Вот это, если шапку одену. Так, это кто? Первый пошел? Куда он там? Давай. Любовь Николаевна, вы вот прям в Горина зашли. Любовь Николаевна. Да, и просто мы сами дорогу. Как хоть необходимо, что вы не знаете. Устроили. Детский сад, да? Так, все. Да ничего. Беру, таскаю. Виктор Андреевич, вы зря это делаете. Она это... Что? Она вас прижимаете. Не прижимает. Я не прижимаю. Она теплая, я ее прижимаю. Тепленькая. Ух ты, какой. Какой конечек. Красивый. Давай я поведу. Уж я. О, давай, давай, давай. Ты туда пришел? А? Так, что, тянем? Давай. Так, спускаем. Говори, что аккуратненько. Подожди, надо ли спускать? Давай его спускаем. Надо ли спускать, потом поднимать? Сразу нет. Взяли и понесли. Сразу взяли, где его как будет? Так, еще с поддоном. Да, с поддоном. С лишним килограмм вести. Подожди, с поддоном или без поддона? Без поддона. Как удобно. С поддоном не войдет. С поддоном спустите, потом подняйте. Да, с поддоном. Да, давай так спускаем с поддоном, правильно. Так, чтобы там не рухнуло. А может это рухнуть? Ой-ой-ой. Опускаем. Да, сзади возьмите что-нибудь. А где разберите? Нет, мы его сейчас уже... Двигаем. Вперед. Так. Его брать-то не за что. С поддоном-то, не пройдет. Не пройдет? Он с поддоном не пройдет, да. Сколько? Может быть, какие-то веревки взять. Тяжелые. А может быть, если бы были какие-то. Подожди, ремни пойдут в багажное. Половики, половики. У меня есть, кстати, трос. У тебя есть трос? Давайте тросы принесем. Половички возьмите. Есть багажные ремни. Тросы взять и тросами на плечо. Я за трос. А тросы как? Так, мы понесем его вот это вперед, надо что-то развернуть. А мы трос будем продевать вот это вот возьми. Мне кажется, трос продеть. Половик. На половик, если. Давайте два половика. Вот раз и два. Андрей. Вместе их ты имеешь в виду? Андрей. Трос давай. Куда? Постираем. Сюда пойдем. Да, вот под одну. Не. Так а поддон-то пройдет. Нет, поддон не пройдет. Вот этот прям под сам. Под сам? Под котел, да. И на дорожках понесем. Ну, что она? Бок наклоните. А так его поднять. Тут туда сначала. Одну сторону, одну в эту сторону. Нет. Вот так, пусть вот так, под ту сторону. Положили до половины. Теперь сюда. Теперь на ту сторону. Оба. Все, готово. С другой стороны. С другой стороны. Положите, вдруг порвется. Да не порвется уже. Нет. Так, с какой стороны? Ну с той же. Есть контакт. Все. Ставим. Вот это-то что, с пола что ли взяли? Да почему с пола? То есть у него пыль. Да потому что кошки бегали по нему. Еще на трассе. Смотри, надо сюда протянуть. Еще один трос. Куда? Чтобы вот. Взять. Здесь короткий, не да? Коротко здесь. Держи. Подали. Да? Так, да, теперь в эту сторону наклонить надо, чтобы протянуть, протягивать. Все, вот.
Еще? И еще трос порвется. Еще трос надо, вдруг порвется. Куда его? Чтобы все взяли. Порвется, потом подсунем. А как же держать-то будете? Ну смотри, еще же кто-то что-то шел. А они одинаково короче. А, ну тебе четвером не унесем. Ну давай еще тогда на четвером. Шестером, давайте. Шестером, еще одну поставим. И что тогда? Посередине, подожди, посередине. Она не оторвется. Валера, она прям на плечо. Давайте погнуть надо. Да, можно, да? Ничего. Игорь, посередине, посередине. Его надо приподнять. А, туда, поднимай. Подожди, так ты не дергай. На плечо. Чтобы дорожку сделать по центру, а с краю... Все, я. Да, сказать. Да? Продергивает посредине. Сторону, вторую сторону. Подкантовать вот так. А, в центр протянуть. Наклонить туда. Вот на ступеньку. Ну что, давайте. Все, отпускайте на ту сторону. И обратно теперь. Так же. Вытаскивай. Все, по центру. По центру, это по центру. Сколько он там торчит у вас? Ну, у нас сколько же? Один. Ну, тут чуть-чуть. На руках полметра. Ну, это мало. Мы его не... Мы сейчас будем... Если работает в один раз, я-то его на два... В один, да. В один будет. Продергивай. Одну забирайте. Так, сейчас. Какую? Давай. Все, тяни на себя. Теперь на меня. Тяни. Протянется нормально. Все. Ну, вот да. Так, да. Еще сюда один. Сюда. Еще. Еще одна пара сюда. Что? Костя. Давай держать будем. Что? А его каким лицом? Туда тащить или той стороной? А вот этот важно, да. Ну, сюда это лицо. Вот если тут вот это. Костя, если тут вот так вот попробуешь. Ну, ты, да, руку. Подождите, какая часть пойдет вперед? Да, или это? Вперед пойдет. Вперед, это к окну. Да. Это к окну, это сюда. Да, тогда нам надо меняться. Костя, прям на плечо попробуй. Да как вы? Попробуем. Пойдем, вытаскивай. Еще можно сюда какую палку вот. Давай. Для руки. Килограмм. Есть что-то? Да? Палочка. Навряд ли. Давай. Да палка-то. О, куда, поддон? На меня? Так. Три, четыре. Оба, оба. Опа. И все. Один зашел, второй зашел. Нет. Ставим. Проходи сюда, проходи. Вот и я сейчас. Давай, подтягивай вас. Не-не-не. А мы подтянем тебя. Три, четыре. Подняли. Так, мы теперь проходим. По одному. Чем помочь не уже? Мы в ту сторону двигаем. Поднимай. Три, четыре. Так. Погоди. Остановка. Три, четыре. Так, три, четыре. Еще. Три, четыре. Три. Подождите. И раз, четыре. Подождите. Так, я провозил. Подожди, мы еще протянем. Потом. Так, куда? Подожди. Куда? Нет, протянем. Дмитрий Андреевич, стоп. Ну, мы уже не протянем. Давайте наклоним, и можно будет... Лезть через котел ее. Нет. Наклонить нужно. Давайте наклоним. Сдень сюда. Туда, наклоним его. Наклоняй. Еще. Я думаю, в обратную сторону. Он не упадет, да? Не в ту сторону одну. Ну, сейчас. И что вы хотите в это? Я не могу пролезть. Давайте в ту сторону. Наклоним, в ту сторону. Наклоним. Давайте перелезть через него. Нет. Наклоняем на вас. На вас наклоняем. Давай, сюда. И что? Контроль. А, ну да, здесь. Теперь можно залезть. Так. Я прошел. Так, ты проходи. Я прошел. Давай, я сейчас. Тут твоя Toyota 637. Да. Убирай, мешает работникам. Сейчас. Я убрала. Давай лучше трос возьму. А, зайчика. Давай. У меня. Я полную эту машину забираю. Там, детская, да. Сбоку, в кармашке. Ух ты уже. Опускаем его, да? Опускаем. Сейчас трос возьмет. Неудобно, конечно. А это обрежет тебе все. Самое вот. Если скажу, ищите мне неудобно. Сейчас опускаем назад. Назад опускаем. Опускаем назад. Потихоньку. Опускаем. Все. Опускаем потихоньку назад.
Отпускаем, говорю, потихоньку назад. Опускаем, все. Так, а мы теперь на вас. Подожди, Михаил, давай вот так. Стоп. Возьми себе еще, Михаил. Затягивается, нет? Еще возьми, еще возьми себе. Все? Пойдет? Он тянется. Ну что? Так, поднимаем. Ты вот сюда вставай. Прямо на это, да. На мешки. Стой. Ну что, все? Командуйте. 3, 4, подняли. Раз. Еще 3, 4. Ноги. Я не работаю, я тут. Давай. Пошли. 3, 4. Готов. 3, 4. У меня вылетело. Мы тебя тоже на краю. Давай, поднимай. Стоп. На нас. Чуть, нет. Так, все, не там. Зашли? Установили, все? Все. Так, 3, 4. Дави, мы как муравьи. 3, 4. Ноги бежали. 50% муравьев не работает. Так, 3, 4. Бежали. Еще. 3, 4. Тут кантовать надо, Виктор Андреевич. Давайте здесь кантовать. Сейчас. Пока можем, несем уже это. Так, 3, 4. Сейчас кантовать надо. Перекидывайте через порог его. И наклоняйте как можно сильнее. Вот, шевелим его. Пошел. А ты что включил? Я хотела фотографию сделать, но тут одни спины. Да. Давай, я сейчас пойду. Давай, Михаил. Ну, Игорь, проходи сюда. Мешает. Я, да? Игорь, проходи сюда. Да, они вдвоем тягают. Возможности нет. 3, 4. Стоп. Поверьте. Так, да, второй тренер. Да. Еще. Подымите пост. Стоп. Придавили, брат. Все, молодец. Так. Давай, 3, 4. Еще. 3, 4. 3, 4. Стоп. Еще. Подожди, давайте контанем его, и мы зайдем. Да. Ну, мы сдаем. Наклоняйте на себя. Наклоняйте на себя. Давай. Да не надо. Он прокатится. Вот. Еще. Еще. Вот. Так. Так, вот сюда чуть левее его покажи. 3, 4. Чуть-чуть отрубай, чуть-чуть. А все, аккуратно. 3, 4. 3, 4. Стоп, на месте. Слава Богу. А вы тросики убирайте, потому что эти, может быть, которые будут здесь, это, они будут мигать. Ну и пусть это все здесь будет на нем. Как ты? Они поставят как надо. Так, ну что, он же гораздо меньше, чем это было там тоже. Ну, его можно ближе прям в плите. А где-то, куда закладывать? Ну, вот же, а так... Не, ну, сверху закладывать. Сверху? А, вот это, да? Да. Они будут его туда еще двигать, потому что труба-то тут же выход у него. Но у нас здесь вот это вот надо смотреть, насколько здесь фундамент, да? И железо вот это. Нет, фундамент, вот он закончился. Фундамент закончился. Железо это надо убрать. Они сюда будут двигать, потому что там же будет колено. Да. Вот. Потом труба вот тут вот. Сейчас мы далеко его сдвинем, ну пусть будет. Так. Да, конечно, здесь просто трубу надо. Вот эта труба, она уберется. Да. Николай Валентинович говорит, что ее уберет. Ну ее ближе прямо к стене можно ставить. Ну, оставлю. Потом. От стены что-нибудь, какая-нибудь это, тепло отражающее что-нибудь, да? На стену. Да, на стену отражающее. Противопожарное что-то. Так, занятий не будет. Разъезжаемся. В связи с погодными условиями? Да, в связи с погодными условиями.
Тётя, пусть это пока снять надо, ты постирать это. Игорь вовремя приехал. Ну, потому что стирать можно, что? Нет, а компания, чтобы, зам... чтобы шторка была. Ну и что, сколько килограммов? 200, да? Что точно 200 где-то, да? Не знаю. А могучая вещь. Есть на шестерых. Ну, вот это классный котел. А всего это висит до конца. Костя, классный котел? Там достаточно до термо. А под сколько здесь? Сколько туда? Какой длинные руки. Два ведра, три. Я думаю, она как-то вот так. На сколько ведер? Это широкий котел. Ну, да в паспорте смотрите, Андрюша. В паспорте котел. Вы не достанете. Сказали, достанете. Что за вещь? Где ты? Где ты? Иди сюда. Ну, давайте мы его как-то наполним. Да, кто-нибудь бы Андрюшу. А что ты делаешь? Инструкция там. Инструкция внутри, да? Внутри, да. Брат Севастьян, помоги Андрею, пожалуйста. Андрей вывозит эту. Там что-нибудь набрали. Все, набрали. Через водородку. Надо читать, что. Ого, глубина. А, ну это. Да он, наверное, под 40 килограмм. Терморегулятор есть, я вышел. А вот это что за вот это ключиком? Как это? Это шурок, да? Шурок, а я сосед. Здоровый. Тихо, пиздаца какой-то получился, помните? Ку. Ку. Полетели. А что у нас? Ну что, на сколько литров там приблизительно? На 4 ведра где-то, да? Каких 4? Нет, ну там это, по 12 часов же он работает, его нельзя. Его на 12 часов оставляешь, а потом опять надо. Ну каких 4? Тут гораздо больше. Гораздо больше? Нет, так его до конца-то нельзя забивать. Он же должен объем кислорода какой-то там иметь. Все, теперь вода не пить. А вода тут есть, какой бак под воду у него? Нету? Нету, да? Чур, там внутри бак есть, нет? Но он немножко неровно стоит, его надо будет выставлять. Вот. Там говорят, нету. Вот. Его надо будет по уровню еще выставлять. Он сюда наклон имеет, в сторону детской. Да это, конечно, по уровню выставлять. Но его выставят, да, я понял. И далеко замечательно. Гравицапу надо. Не, ну это... Главное, что он прям как родной здесь. Как родной. Красота какая, а? Вообще. Мы победили по очкам. Завод. Да. ПКЗ. Павловский, да? Павловский, да. Пошел я к голубям. Местный. Наверное, это. Местный. Так, ну что, мы не занимаемся, все, уходим. Нет, холодно. Холодно, да. Ну ладно, все тогда. Все, слава Богу, что есть такой котел.